Всем большой привет, с вами Виктория и канал Кулинарим с Викторией. Сегодня я решила немного разнообразить привычный способ приготовления блинов и предлагаю вам рецепт блинов на кефире. А как приготовить эти чудесные блинчики с дырочками, я вам сейчас подробно расскажу. Для приготовления я взяла 320 грамм муки, 2 яйца, кефир 500 миллилитров, сахар, соль, соду и растительное масло. Все продукты должны быть комнатной температуры. Полное количество продуктов я вам указала в описании под видео. Также я вам оставила ссылочку на другие рецепты блинов, которые уже есть на моем канале. Это блины на молоке и заварные блины. В процессе приготовления вы увидите ссылки на эти рецепты в подсказках. А я беру 2 яйца и выбиваю их в кефир. Кефир должен быть комнатной температуры, не холодный. Добавляю 3 столовые ложки сахара и хорошо перемешиваю венчиком. Добавляю 1/2 чайной ложки соли. В муку добавляю соду, хорошо перемешиваю и постепенно ввожу муку в тесто. Сначала высыпаю половину муки. Хорошо перемешиваю венчиком до однородности. Когда эту часть муки я перемешала, добавляю следующую часть муки. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные. Я стараюсь подбирать оригинальные рецепты, которые нужны в обиходе для всей семьи. Вторую часть муки я тоже добавила и все хорошо перемешиваю. И на этом этапе нужно уже поставить кипятиться воду. Нам понадобится 250 миллилитров кипятка. Кипяток выливаю в тесто и хорошо все перемешиваю. Вот такое примерно по консистенции должно получиться на этом этапе тесто. И сейчас в него нужно добавить 3 столовые ложки растительного масла. И еще раз все хорошо перемешать. Наше тесто готово. Тесто для этих блинчиков получается очень прочное, блинчики не рвутся. Вот такое по консистенции должно оно получиться. Я уже разогрела сковороду. В сковороду я добавила немного растительного масла. Я обжариваю сразу на 2 сковородках. И на среднем огне выпекаю блинчики. Когда блинчик схватился, переворачиваю на другую сторону. Посмотрите, какие они румяные получаются. Дырочек на них очень-очень много, как вы видите. Эти блинчики отличаются тем, что они прямо все такие получаются с большим количеством дырочек, ажурные, тоненькие. Можно делать даже еще тоньше. Я делаю не совсем тонко, я люблю немножечко потолще. Но из этого теста получаются отличные тоненькие ажурные блинчики. Готовые блинчики перекладываем на отдельное блюдо. Перекладывать их нужно стороной с дырочками вверх. Так смотрится намного красивее, и таким образом их обычно и подают. Той стороной, которая, значит, ажурная. При желании блинчики можно смазать кусочком сливочного масла. Подаем блинчики с вареньем, нутеллой, медом, с тем, с чем вы любите. Можно просто припудрить сахарной пудрой. Блинчики из этого теста получаются очень вкусные. Для любителей выпечки тоненьких блинов и также любителей выпечки на кефире. Я очень люблю выпечку на кефире. Поэтому приготовьте вы тоже такие блинчики. Всем желаю приятного аппетита. Если рецепт и видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю прекрасного настроения, удачной выпечки и до новых встреч!